Даже в выходные настройки номер один в Витебске теперь рабочие дни. В областном центре возводят новую автомобильную развязку с мостом. Старый путепровод был признан аварийным. Первым делом строители сносят старые конструкции. Подъездные пути с одной стороны уже полностью убрали. Сейчас техника разбирает насыпь с другой стороны моста. На части старого путепровода уже нет дорожного полотна. Еще недавно там были трамвайные пути и две полосы. Работа сложная. В этом месте большое число коммуникаций, связь, водопровод, канализация, газ. Мост проходит над железной дорогой. И чтобы снести старую конструкцию путепровода, движение поездов остановят на 8 часов. Чтобы смонтировать опоры, ряд опор по железной дороге, нужно 3 месяца. А у нас 3 группы опор. Это нужно только 9 месяцев на пройти только через железную дорогу. Понимание есть со всей стороны. И железная дорога, и эксплуатирующие организации, и связисты, и водоканал. Машины и общественный транспорт направляют в объезд. В первую очередь новый путепровод откроют для автотранспорта приблизительно через 1,5 года. А вот на строительство всей развязки с путепроводом понадобится около 4 лет.